В Самаре 5 декабря пройдет форум, посвященный Международному дню добровольцев. В этом году мероприятие будет в новом формате, более расширенном. На площадке МТЛ-арены проведут мастер-классы, а также у участников появится возможность поучаствовать в дискуссиях со специальными гостями, в том числе и с опытными волонтерами. Планируется, что всего будет 6 направлений, начиная от событийного, социального, спортивного и заканчивая экологическим. Кроме того, на форум пригласят и работодателей. Задача проводимого мероприятия будет не только отметить достижения, которые есть в направлении добровольчества на территории области, но самое главное – создать условия, при которых все, кто пожелает и желает проявить свои возможности именно как доброволец, смогут это реально сделать. Примерно 4-5% населения в Российской Федерации занимается вот такой социальной своей практикой, если можно сказать, или деятельностью, отдавая себя в свободное время добровольчеству. А желающих порядка 40-42%. Вот представляете, у нас с вами какой потенциал. Задел роста. Да, задел роста такой очень серьезный.